Самым быстрым автомобилем в мире является Bugatti Veyron Super Sport. Его максимальная скорость 431 км в час. Хочу сразу обратить ваше внимание, что речь идет о серийных автомобилях, а не о тех, которые выпускаются поштучно. Да, есть SSC Ultimate Aero, способный развивать скорость в 443 км в час. Есть Ford Edge GT, который мог разогнаться в 455 км в час. Но эти автомобили выпущены в очень ограниченном количестве, а Bugatti является серийным. И если у вас завалялись 2 800 000 долларов, то вы сможете себе его приобрести. Итак, Bugatti Veyron Super Sport развивает мощность в 1200 лошадиных сил. Его масса 1838 кг. Разгон до сотни 2,5 секунды, до 200 6,7 секунд, до 300 14,6. Одним из первых, кто протестировал этот автомобиль, был капитан Улитка Джеймс Мэй из популярной автопередачи Top Gear. Он смог разогнаться на нем до 417 км в час. Тем самым на короткий промежуток времени Джеймс был рекордсменом в скорости. Капитан Мих Золек Лангсам. После этого за руль рекордного автомобиля сел официальный тест-пилот компании Bugatti Пьер-Анри Рафаэль. С черно-оранжевого автомобиля сняли ограничитель скорости для выявления максимальной скорости суперкара. Заезды проводились 4 июля 2010 года. Первый заезд с юга на север. Скорость 428 км в час. Второй заезд в обратном направлении с севера на восток, скорость 434 км в час. При проведении заездов присутствовали представитель немецкого агентства по техническому надзору Германии и представитель книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали новый рекорд скорости в 431 км в час, являющийся средним значением двух заездов. Этот мировой рекорд был официально занесен в книгу рекордов Гиннесса, а рекорд Джеймса Мэя был побит. Вскоре и я присоединился со своими поздравлениями. Будь он проклят! Хочешь знать больше о нашем интересном мире? Тогда подпишись на этот канал, а также посмотри другие наши видео о самых красивых местах на Земле, а также о самых быстрых существах на нашей планете.